Здравствуйте, меня зовут Илона. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний мой блог я хотела бы посвятить одному человеку, которого я очень уважаю, которым я восхищаюсь и которого я очень люблю. Это мой дядя Серж Арапетов. Человек очень разносторонний, очень интересный, и о его талантах можно рассказывать очень долго. Сегодня я хотела бы остановиться и показать, представить вашему вниманию небольшую часть коллекции изделий, которые он сделал своими руками. Речь пойдет о часах. Но перед этим я вам покажу несколько кадров его сада, в котором много красивых цветов, овощей и фруктов по сезону. Все сделано своими руками. Обратите внимание, какие красивые скворечники. Это только несколько из скворечников, которые он делает. Итак, часы. Помните песню «Лайк»? Мы вайкули. Скрипач на крыше, грустный мой скрипач, скрипач на крыше, вспомни обо мне. Часы называются «Время идет», а скрипач все на крыше. Сделаны из оливкового дерева и металла. Посмотрите, какая интересная работа, да? Следующие часы называются «О, гитара, гитара». Выполнены они из тайландской березы. А вот эти часы называются «Время, как вода, быстро испаряется». Сделаны из дуба, из стекла, как точно подмечено, да? Говорят, время быстро течно, время всегда сравнивают с водой. А вот эти часы тоже очень интересные. Дельфин, пытающийся остановить время. И сделаны они из корня рябины. Надо же, вот как интересно, из корня, притом рисунок, цвет дерева полностью сохранен. Практически в первозданном виде. Покрыты лаком, конечно. Все часы в рабочем состоянии, прекрасно работают. То есть не только декоративные. А это часы, которые называются «Ходят стрелочки по кругу, потому что круглая земля». Выполнены они из дуба. Видите, внизу инициалы Серж Арапетов. 2015 год. Как красиво секундная стрелка движется. А вот эти часы называются «Серенада под часами». Помните? Серенада-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То-то кутунью. Выполнены из оливкового дерева и металла. Красивый какой человечек. Тоже сделан полностью своими руками из металла. Ну, а эти часы у нас называются «Время – деньги». Тоже из оливкового дерева. И посмотрите, циферблат сделан из монет, центов, настоящий цент, и в середине в тон ему пластина. Как интересно, какая интересная идея сама по себе. А вот эти часы вообще необыкновенные. Ангел, освещающий армянский крест. Вот это армянский крест.
и у подножия его стоит ангел с горящей свечой. На мой взгляд, совершенно уникальная работа. Выполнены они из оливкового дерева и латуни. То есть это все сделано своими руками. И ангел, и армянский крест традиционный. Ну и последние часы – это «Верни мне музыку, без музыки тоска». Выполнены из оливкового дерева. Тоже как красиво, изгибы ноты как сделаны. Потрясающе! Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Вот эти часы тоже были подарены дядей, сделаны в виде паруса. И вот основание такое, вот лодка и парусник. В 2016 году тоже инициалы. А вот эти часы в виде избушки на курьих ножках. Вот не знаю, к сожалению, из какого материала, но основа точно береза. Тоже интересная работа и очень такая тонкая работа. А вот это скворечник. Посмотрите сочетание. Плетеная основа, металлический верх, и его можно подвешивать, то есть он рабочий. Все скворечники и часы рабочие. Вот такая красота.